Проект детской библиотеки имени Пушкина «Просто о сложном. Жизнь в стиле эко» расскажет живым и понятным языком юным читателям об истории города, его уникальных памятниках культуры. Библиотекари также хотят привлечь внимание ребят к важным экологическим вопросам и показать, как можно изменить жизнь в городе к лучшему через мастер-классы и творческие мастерские. Проект выиграл грант около 250 тысяч рублей. В рамках конкурса госкорпорация «Росатом» поддержала проекты, которые направлены на привлечение людей к социальным проблемам и улучшение качества жизни в городе. Библиотека имени Пушкина уже выигрывала гранты на предыдущих конкурсах. Идею для проекта подсказали исторические даты, которые наш город отмечает в этом году. Среди читателей библиотеки есть много активных ребят. Уже с раннего возраста они проявляют свою гражданскую позицию, участвуют в делах библиотеки, предлагают серьезные творческие идеи. Мероприятия в рамках проекта позволят им раскрыть свой творческий потенциал и познавательные способности. У нас запланировано очень много именно практических мероприятий, которые позволят детям как раз высказать свою позицию, проявить инициативу. То есть очень много различных творческих активностей, направленных на детей, именно чтобы дети непосредственно принимали в этом участие. Саров уникален своей историей и памятниками культуры. Наш город – это и земля преподобного Серафима Саровского, и ядерный щит страны. 8 мест носят официальный статус памятников природы. Серебряные ключи, дальняя и ближняя пустынки, заливной луг, пруд протяжные. Будущее города и его историческое прошлое находятся в руках подрастающего поколения. Проект библиотеки призван научить детей любви и бережному отношению к своему краю, сформировать нравственные позиции и определенные навыки, которые помогут сохранить богатство города. Мы решили, создавая свой новый проект, как раз вот обратиться к теме нашего города, уникальности нашего города и привлечь ребят к решению, наверное, очень важной такой задачи – сохранения всего природно-исторического комплекса нашего замечательного города Сарова. Целевая аудитория проекта – ребята от 6 до 10 лет. С 1 июля началась информационная подготовка к проекту, а в августе активно стартует сам творческий процесс. Уже в начале ноября будут подведены итоги мероприятий. За новостями библиотеки можно следить в социальных сетях. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.